Вот в личных встречах 10-5, Амели Моразмо выиграла 10 встреч, проиграла 5. И вот первый гейм первой партии на подаче Пати Шнидер по 15. Очко выигрывает Моразмо 15-30. Отыгрывает один брейкпоинт Пати Шнидер. 30-40. Великолепная атака Моразмо. 40-0. Ну вот эта комбинация стандартная для Пати Шнидер, которая очень любит, освобождая один из углов половины корта соперницы, переводить быстрый мяч в противоположную сторону, вне зависимости от того, играет она с бэкхенд или форхенд. Вторая подача. Здорово. Хороший, хорошо подготовленный выход к сетке, ну а уверенная игра впереди слета – это уже известный такой обычно применяемый прием Амели Моразмо. Очень здорово делает это все. Видите, не стоя на месте, а в движении вперед. По-моему, несколько усложняет игру, допуская при этом, как мы видели сейчас, подряд 4 ошибки Амели Моразмо. Можно было, по-моему, проще играть против Шнидер. Тем более, что очень неплохо себя чувствует впереди, выполняя удары с лета Моразмо. Ну вот видите, решает она подобным образом набирать очки. Отыгрывает одно очко Шнидер. 15-40. Попадает в площадку, выполняя очень сильный перекрученный удар, Амели Моразмо заставляет буквально мяч опуститься в пределах корта.
Здорово. Очень здорово закончил эту комбинацию ударом справа вдоль сетки по диагонали Амели Маразмо. И выиграла очко. Смотрите, очень долгий розыгрыш этого очка. Долго выжидали теннисистки. Вот Лоис Кортье. Ну, вот сейчас должна атаковать Маразмо. У меня так думается, с выходом к сетке. Для этого нужно выбрать удобный момент, когда более коротко будет играть с задней линии Пати Шнидер. Вот сейчас и пошла вперед. Нет, осталась сзади. Решил не рисковать. И мне думается, что напрасно. Нет. Неожиданно против хода, видите, выигрывает очко ударом слева по линии. Пати Шнидер ожидала диагональ. Линия была. Выигрывает очко и гейм на своей подаче француженка. Маразмо впереди во второй партии 1-0. Прекрасная атака. Сорок ноль. Сорок тридцать. В основном благодаря большому количеству ошибок Пати Шнидер. Пока что игра Амели Маразмо, на мой взгляд, удается. И самое главное, что счет растет в ее пользу. Вот опять, видите, с форхенда диагональ простреливается Шнидер. 15-40, два матчбола. Я смотрю предыдущие встречи Амели Маразмо и Пати Шнидер. Самые быстрые это два матча, которые выиграла Маразмо в 99-м году в Линце и в 2003-м в Цюрихе. И то по 4 гейма выигрывала в каждом из этих поединков Пати Шнидер. А так, чтобы всего лишь три такого... За их 15-разовые битвы не было. И вот со счетом 6-3, 6-0, неожиданно легко, особенно после того, как Пати Шнидер обыграла 6-2, 6-1 Анастасию Мыскину. Так вот, 6-3, 6-0, Маразмо побеждает Пати Шнидер и выходит в полуфинал. И соперницей Амели Маразмо будет либо Мартина Хингис, либо Ким Клистерс. Это будет последний четвертьфинал этого турнира открытого чемпионата Австралии по теннису сезона 2006 года. Мало кто предполагал, что всего лишь 50 минут потребуется француженке, чтобы разобраться со своей сегодняшней соперницей, теннисисткой из Швейцарии Пати Шнидер. А ведь Шнидер была посеяна под 7-м номером, и поэтому имела какие-то, пусть теоретические, но шансы на то, чтобы дать бой Амели Маразмо. Итак, поздравляем Амели Маразмо, и она становится третьей полуфиналисткой турнира в Австралии.